вот она вся темная. Человек выходит, идет. Она почти практически, да, и по той ширине, и по этой ширине. Но если он не знает, что, что существует препятствие, он просто не будет подходить, то он обязательно на нее наткнется. Потому что это не имеет никаких продастных предупреждений. И если я захочу укрыться от дождя, я просто помешаю ему. Потому что место для меня не выделено. Тут должно быть место. Либо для мамочек на коляске, либо для меня. Потому что я могла туда без всяких проблем встать и никому не мешать. И ни люди, ни мне. То есть место для меня тут, к сожалению, не предусмотрено. Для мам, которые тоже с колясочками, тоже мест нету. Если люди садятся под дождем и становятся, значит, мы уже являемся лишними. К сожалению.